Установите ручку для пистолета-распылителя. Установите ручку для сматывания шланга. Соберите пистолет-распылитель. Установите штангу в паз и проверните ее до фиксации. Присоедините шланг высокого давления к пистолету-распылителю. Закрепите провод на ручке. Соберите встроенный пеногенератор. Установите фильтр на входной разъем для воды. Затем к нему нужно будет подключить шланг подачи воды. Положите насадки в специальный отсек. Установите пеногенератор. Устройство готово к эксплуатации.